Милосердского по случаю принесения мощей святителя Анны Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца. Дорогие отцы, братья и сестры, в 2012 году Русская Православная Церковь отмечала 5 лет со дня подписания акта о каноническом единстве Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Русской Православной Церкви за рубежом. Это событие положило начало реализации международной молодежной просветительской программы «Духовная связь». Огромный пласт наследия зарубежной церкви, скрытый от нас в годы советской власти, сегодня явлен нам как свидетельство благодати Божией, питающей православных христиан по всему миру. В этом замечательном наследии зарубежной церкви для нас открылись и новые святые, которые духовно укрепляли русских эмигрантов и несли свет Христовой истины там, где православие до того момента не было распространено. Среди таких святых для нас особенно дорог святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский. Он был причислен к лику святых относительно недавно, 2 июля 1994 года. Но чуть более чем за 20 лет от его святых мощей получили исцеление от разных болезней сотни людей. Любая просьба находит отклик по молитвам к святителю. Еще при жизни святитель Иоанн отличался особыми духовными дарами, прозорливостью, способностью исцелять людей, видеть тайную нужду человека. И после его кончины от мощей святого происходят великие чудеса, свидетелями которых стали наши современники. Святитель Иоанн особую любовь питал детям и молодежи. Его трудами в Шанхае был создан приют во имя святителя Тихона Задонского. Некоторые воспитанники этого приюта живы до сих пор и с теплотой в сердцах вспоминают ту заботу, которой святитель Иоанн окружал каждого ребенка. Неудивительно, что в рамках образовательной молодежной программы приносится ковчег с частью мощей именно святителя Иоанна, великого заступника и покровителя детей и молодежи. Принесение мощей великого святого сопровождается образовательной программой для молодежи, и все мы, дорогие братья и сестры, получаем замечательную возможность, помолившись перед великой святыней, получить новые навыки и знания для работы на благо церкви и общества. Такое соединение духовного и образовательного наполнения программы становится духовной поддержкой и мотивацией к личному, духовному и профессиональному росту. Сегодня я возношу свои молитвы ко святителю Иоанну, Шанхайскому Сан-Францискому чудотворцу, дабы его ходатайством всемилостивый Господь исцелил наши немощи и даровал нам духовную телесную крепость для благослужения Церкви и людям. Верю, что молитвами святителя Иоанна все труженики освященной Нивы никогда не остановятся в своем горячем порыве творить добро для ближнего. Председатель Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви Игнатий, епископ Выборгский и Приозерский. Дорогие братья и сестры, сегодня здесь, в этом храме, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по благословению Владыки Елисея, все мы имеем возможность поклониться мощам великого святого XX века святителя Анны Шанхайского и Сан-Франциска. В 20 веке наше Отечество прошло через целую череду испытаний и бед, и Господь в это трагическое, тяжелое для нашей страны время не оставил народ Божий без утешения. В 20 веке в пределах нашего Отечества Господь нам послал нам целый сон святых новомучеников и исповедников российских, царскую семью. Имя блаженной Матроны Московской известно, наверное, сегодня каждому нашему соотечественнику в пределах нашей страны. Однако Господь не оставил и миллионы тех людей, которые оказались за пределами родной страны. После революции 1917 года миллионы наших соотечественников оказались за рубежом, за границей, не потому, что они спасали какое-то богатство или свой социальный статус, а потому, что они защищали своих детей, близких и родных, самое большое сокровище, которое у них было. В годы гражданской войны наш народ прошел через горнило испытаний, и многие люди, спасая свою жизнь, переходили границу в надежде защитить своих близких. Однако почти никто из них не смог вернуться обратно. Советская власть объявила этих людей предателями и закрыла границы.
Для этих людей утешением стали такие святые, как святитель Иоанн, шанхайский сан-францисский чудотворец. Он является фактически нашим современником, родился он в 1896 году, умер в 1966, и в течение всей своей жизни заботился он о тех, кто его окружал, о тех, кто нуждался в его поддержке и утешении. Будучи молодым человеком, он оказался в эмиграции. В 1919 году вместе с родителями он перебрался в Сербию. А затем, решив посвятить свою жизнь церковному служению, принял монашеский постриг. В дальнейшем, по определению Синода Зарубежной Церкви, он был возведен на епископскую кафедру, которая находилась в Шанхае, в Китае, в Азии, и нес свое архиерейское послушание в самых разных уголках планеты. На Филиппинах, в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, везде, где были общины наших соотечественников, наших эмигрантов. При жизни совершил он немало чудес, отличался очень высокой аскетической жизнью, отличался прозорливостью. Все люди, которые обращались к нему за помощью, за его святой молитвой, получали исцеление недугов душевных и телесных. Его имя было широко известно за границей. Его почитали не только православные, не только иммигранты, и их дети, и внуки. Его почитали и католики, и протестанты. Однако у нас в советское время было не принято говорить об иммигрантах. И сегодня у нас есть уникальная возможность прикоснуться к этой святыне, узнать больше о жизни этого великого человека и удивительного праведника. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, в 2012 году из Сан-Франциско, Соединенных Штатов Америки, был принесен этот ковчег для поклонения сюда, в Россию. И по благословению Святейшего Патриарха в рамках программы «Духовная связь» он приносится и в другие регионы, чтобы все люди могли узнать о жизни этого великого святого и поклониться его святым мощам. В рамках программы «Духовная связь» этот ковчег посетил уже больше 60 епархий Русской Православной Церкви. И, наконец, сегодня здесь, он в этом храме. Святитель Иоанн при жизни горячо любил свою историческую родину. Несмотря на различные противоречия между зарубежной церковью и церковью Московского Патриархата, святитель Иоанн каждый день на литургии горячо молился за Русскую Православную Церковь, вспоминал Святейшего Патриарха и молился за весь народ. Он неоднократно предрекал будущее возрождение православия, будущее строительство новых храмов и возрождение древних святых. Однако сам он не дожил до этого времени, и сам он так и не смог снова ступить на родную, любимую для его сердца землю. Однако сегодня хотя бы частичкой мощей своих он присутствует здесь, на родной земле. Здесь он вместе с нами невидимо духовно торжествует, созерцая строящиеся и восстанавливаемые храмы. И у нас есть возможность сегодня и завтра, пока ковчег пребывает в храме, воздать любовью за любовь и поклониться этому великому святому по милости Божией и по благословению наших архипастров. Спасибо, Господи.
На всяких путях жизни нашей, яко милости сиропитатель и опытный путеводитель на земле бывший, ныне буде нам воздем Моисеевым в смутах церковных всеобъемлюще Христово вразумление. Услыши стенания смущенных юношей нашего лихолетия, уболеваемых беснованием и силуканием, и отряхни лень уныния и немогающих пастырей от натисков духа мира сего и томящиеся от сменения к праздному. Да слезно вопиемки, о теплой молитвенче, посети нас сирых, во тьме страстей утопаешь, ждущий Твое отеческое наставление, да озаримся светом невечерним, и где же Ты пребываешь и молишься за чад Твоих, по лицу вселенной и рассеянных, яко любовью слабою к свету все же тянущиеся, и где же свет Христов Господь наш пребывает, Ему же честь и держава ныне и присно, и во веки веков. Отче за нашу великую Россию. Хотя прославился он за пределами нашего Отечества. Святой Иоанн Шанхайский родился в Харьковской губернии. Теперь тогда еще была Россия, теперь на Украине. И своего юного возраста он всегда старался подвязаться или делать, как делают святые старцы. Он исполнял все заповеди Божьи. Он всегда любил людей, никого никогда не обижал, а только молился за них. И мы знаем, когда пришло время убежать за границу,
Он создал великий приют для детей-сирот. Даже если не было чего кушать, он все равно принимал к себе детей. И по его молитвам Господь посылал пропитание для детей. И мы сегодня имеем возможность попросить, ибо кто у него чего не просил, болячка, или кто когда приходил к нему, или он узнал, что человек болеет, Иоанн Шанхайский прибегал к нему. Он никогда не носил красивой одежды. Всегда ходил обутый в босоножки на босую ногу. И он бежал к человеку, и вместе с человеком молился за то, чтобы человек выздоровел. И мы, имея сегодняшний день такую возможность приложиться к его честным останкам, со всей силой, всей упованием, всей любовью к святителю, попросим его заступления. И он нам, мы надеемся, поможет. Не только надеемся, а верим, что он нам поможет. Ибо мы, говорит, по вере вашей будет вам. Многие сомневаются в этом. Если сомневаются, то не получают исцеления. А мы надеемся, и святитель Иоанн Шанхайский нам поможет всем, и мы вместе с вами будем верить, надеяться и будем наследниками Его Царства Небесного до скончания века. Аминь. Всех вас с праздником, дорогие отцы, дорогой отец-настоятель, и все батюшки, которые приехали сегодня поклониться и вместе с нами помолиться здесь. На этом наш праздник не заканчивается. Сколько там, отец? 12 часов. В кинотеатре есть космос, мы полетим в космос. И там будет лекции и фильм про Иоанна Шанхайского. И мы вместе еще задумаемся над своей жизнью, включим свои мозги, включим свой разум, и наш разум получит исцеление от всех наших нехороших невзгод, непорядку, и смирит нас. Ибо смирение и молитва – это наше спасение. Храни вас Господь. Всех, кто принимал участие в подготовке сегодняшнего мероприятия, и самих ребят, которые присутствовали в зале. Действительно, редко сталкиваешься с ситуацией, когда такое большое количество людей, молодых людей, подростков всех возрастов, действительно с большим вниманием относятся к тому, что они слышат со сцены. Конечно, лекции, которые мы читаем в рамках программы «Духовная связь», они интересны, но все-таки возраст юности такой, что сосредоточиться трудно. И поэтому в первую очередь хочется поблагодарить всех, и духовенство, и самих участников мероприятия, и православных активистов. Пожелать можно только одно. Вы знаете, все-таки молодежи часто кажется, что
ее жизнь в какой-то степени беззаботна, и они несут какой-то особой ответственности за свои поступки. Но это, конечно, не так, особенно в возрасте 16-17 лет. Очень многие решения, которые принимают ребята и девушки в этом возрасте, оказывают влияние на всю их жизнь. Долгое влияние или краткое, но, как правило, очень большое. И поэтому хочется, чтобы у ребят в этой жизни были какие-то ориентиры при принятии любых решений. Даже если они им кажутся не очень важными и не очень постоянными, каким-то временным выбором, тем не менее, должны быть четкие ориентиры того, как принимать решения, как строить свою жизнь. Надеемся, что те ребята, кто сегодня был на встрече, примут это к сведению и постараются все-таки эти ориентиры в своей жизни найти. И найти их в традиционной нашей культуре, в традиционной нашей вере. Все-таки наш народ имеет очень богатую культуру и очень богатую духовную культуру. Поэтому хочется пожелать молодежи здесь любознательности и интереса к изучению родной истории, родной культуры, родной веры. По благословению Преосвященнейшего Елисея, епископа Урюпинского и Новоаннинского, сегодня в нашей епархии пребывает великая святыня. Это частица мощей святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского Чудотворца. В рамках международной программы «Духовная связь» к нам прибыл эксперт синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви протоиерей Сергий Домнин. И сегодня в городе Михайловка были прочитаны лекции широкому кругу молодежи и студентов. Я сердечно благодарю отца Сергия за проведенные лекции. И, конечно же, хотел поблагодарить всех ребят, которые являлись организаторами данного мероприятия. И я думаю, что в их сердца посеялось доброе семя, которое произрастет в прекрасный плод и даст дальнейшие плоды к созиданию нашей духовной жизни. Благодарю. Начало 20 века, она показала всему миру, что это не так. А во-первых, именно в то время наш народ, который жил достаточно замкнуто, оказался раскидан по самому... Так называемый либеральный, оппозиционный, который постоянно восхваляет западную культуру, западный образ жизни и говорят о том... Филы. А вот те, кто очень любил западную культуру, они, конечно, зарабатывали деньги в России, но потом интеллигенции жили в западных столицах, где-нибудь в Париже, в Риме, может быть, в Лондоне, жили в хороших публицистических произведениях, в которых говорили о том, как хорошо живется на Западе, какая просвещенная на Западе культура. Не мог поехать. Он читал статьи, которые писали умные, образованные люди, и верил, что у нас все плохо, а там все... Языке для иммигрантов. Это были газеты и журналы, которые здесь, в Советском Союзе, уже никто не читал. И вот в этих газетах они писали, какая замечательная, возвышенная у нас культура, какие прекрасные у нас города, какие красивые у нас храмы, и как же мы могли все это потерять. Так они писали в своих письмах. Но, конечно, люди здесь, уже оказавшись в условиях Советского Союза, питать таким образом, что они, будучи уже гражданами других государств, рождаясь в других государствах, они, тем не менее, сохраняли любовь к своему историческому миру, строили прекрасные в древнем стиле русские храмы, которые вы можете увидеть не только в Европе, но и в Азии. Православных, пастырь и покровитель русской эмиграции первой волны. Это он, архиепископ Иоанн Шанхайский, в 50-е годы убедил американский сенат принять 1000 русских беженцев. Многие забыли, и которые сегодня не занимаются. Это не сфера ума, не сфера нашего физического здоровья, это сфера чувств. Садитесь.
сейчас была, только что это самая обычная, простая, мы ее читали с первых же дней, такого миссионерского плана. Но постепенно, поскольку процессом привезения святыни руководил синодальный отдел по делам молодежи, с годами мы разработали еще некоторые лекции. Вот, в частности, для вас, я думаю, особый интерес представляет лекция по основным принципам, формам и особенностям организации работы с молодежью на приходском и епархиальном уровнях. Такая специфическая тема. Ну, эта лекция у нас рассчитана на 4 часа, на 3,5. У нас физически такой возможности нет. Но вот я попрошу напомнить, Оля здесь? Нет? А, да. У меня на флешке есть полный вариант. Это с той стороны, откуда, как говорится, мы там в синодальном отделе, у нас никто не ожидал. Вот об этих проблемах работы такой, скажем так, такого духовного обоснования требует от этого человека выполнения каких-то целей, достижения каких-то целей, выполнения каких-то задач. Но при этом, конечно, сам по себе священник зачастую один. Значительная часть духовенства стоит на позициях такого подхода советских времен, когда церковь не пускали ни в школы, когда церковь фактически была изолирована от молодежи. И вот эта позиция очень удобна сегодня, потому что священнослужитель, конечно, достаточно той работы с молодежью, которая идется в рамках богослужения. То есть вот есть литургия, пожалуйста, приходите, помолитесь, попаститесь, причаститесь. Социальную такую активную работу проводить. Церковь, говорят нам вот многие священнослужители, ее главная задача – это освящение человеческой природы в таинствах, руководство человека к спасению. А вот это внебогослужебная работа с молодежью, это премудрость, ни святые отцы об этом не пишут, ни священное писание. На самом деле эта точка зрения очень распространена. Мы часто... А то, что нужно читать разрешительную молитву во время таинства исповеди, а без этого грехи считаются неотпущенными. То есть много... Действительно. А кто такой взрослый человек? Это женатый или замужний, как правило. Дети есть, работа. И у него нет действительно времени на какие-то там мероприятия и акции. Он... Мы бы даже деньги выбили вам на это. Но вы пришли бы за год-то, или там за полгода хотя бы, да? То есть когда бюджет формируется. Поэтому вот это планирование, оно позволяет и эти вопросы решить. А так, конечно, если раз в голову ударило, пришли, осталась неделя. Вам администрация скажет, что мы помещение это выделить не можем, потому что у нас запланировали уже свои какие-то мероприятия. Поэтому планирование – это то, что должно быть. Это и в волонтерском движении, и в молодежном. Нужно, чтобы был прямо вот такой календарь. Можно что-то обсудить, познакомиться. Ребята с удовольствием расскажут, что они делали и что у них получилось, а что вообще не вышло. И ехать-то никуда не надо, опять же, никаких ресурсов. Просто правильно собраться. Сделали такую изюминку там, и у нас теперь из года в год все больше и больше народу. Поэтому это уже горизонтальная координация очень важна. Очень важна.